Музыкальная школа имени Дмитрия Борисовича Кабалевского. Какие яркие события произошли в школе в 2022 году. Достижения педагогов и учеников школы. Творческие коллективы и их творчество. Смотрите программу «Город Тест» 26 декабря в 18:15. Гости в студии: Алина Бароненко, директор детской музыкальной школы имени Кабалевского. Юрий Салаев, преподаватель творческой мастерской Сергея Войтенко. Екатерина Скальненкова, преподаватель по классу виолончели. И Наталья Семина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской музыкальной школы имени Кабалевского.